радость, как все к лицу тебе, оригинально, необычно, ново. Сегодня вы, как будто по судьбе, пройдете шаг мгновения выпускного. О, молодость, источник красоты, ничто с тобою в мире не сравнится. Улыбки, громом овации и цветы, выпускников торжественные лица. Парад выпускников 2019 года объявляется открытым. Честь открыть парад выпускников предоставляется лучшим из лучших. 2019 год подарил нашему городу 25 золотых медалистов. Встречайте! Аплодисменты нашим золотым медалистам! Открываем торжественное шествие выпускники Речицкой районной гимназии. В 2018-2019 учебном году Речицкую районную гимназию заканчивают 82 выпускника, среди которых 17 золотых медалистов. Среди выпускников победители различных этапов Республиканской олимпиады по учебным предметам. Призеры спартакиады гордо идут выпускники Речицкого районного лицея. Это 75 юношей и девушек, из них 3 медалистов. Мы гордимся выпускниками лицея, победителями Республиканской олимпиады по учебным предметам, победителями областных, республиканских, международных научных конференций. Добрый путь, дорогие выпускники, пусть вам всегда и во всем сопутствует удача! На марше выпускники государственного учреждения образования «Средняя школа №2 города Речицы». Учреждение гордится своими выпускниками, которые из года в год показывают высокие результаты в учебной, спортивной, творческой деятельности. Продолжают шествие 27 выпускников средней школы №6 имени Сергея Владимировича Сыча. Школа гордится золотой медалисткой Крутой Светланой. В колонне идут участники Республиканской олимпиады по учебным предметам, участники общественной жизни школы, участники районных, областных и республиканских конкурсов. На марше выпускники средней школы №7. Среди них призеры олимпиад по учебным предметам, победители конкурсов, лучшие спортсмены, активные участники акций и патриотических проектов. Педагоги гордятся выпускниками и желают им дальнейших успехов. Гордо идут выпускники государственного учреждения образования «Детский сад. Средняя школа №1 города Речицы». Это талантливые, яркие представители своего поколения. Дорогие выпускники, пусть та дорога, которую вы выберете, приведет вас к успеху. Продолжают шествие выпускники средней школы №4. В 2019 году стены школы покинут 47 выпускников. Это активные участники победителей республиканских и областных творческих конкурсов, призеры международной олимпиады, активисты спортивной и творческой жизни школы. Желаем вам кипучей энергии, грандиозных целей, чтобы все, что было задумано, стало явью. Твердой, уверенной походкой проходит колонна выпускников средней школы №5. Здесь каждый из ребят является яркой индивидуальностью. Педагоги школы поздравляют своих выпускников и говорят им: добрый путь, ребята, в добрый час! Продолжают шествие 26 юных и талантливых выпускников средней школы №8. Педагоги школы желают вам, дорогие выпускники, легких начинаний, удачных свершений, светлого будущего. Приветствуем выпускников средней школы №9. На протяжении многих лет творческие успехи этих учащихся приносят городу победы различных уровней. Педагоги уверены, что наши выпускники принесут в мир добро и справедливость. С гордостью будут нести звание выпускника средней школы №9. Торжественное шествие продолжают 48 выпускников средней школы №10, благодаря которым школа достойно выглядела в районных и областных соревнованиях. В добрый путь, дорогие выпускники! Счастья вам и удачи на неизведанных дорогах! На марше 28 выпускников средней школы номер 11. Мы поздравляем вас, дорогие выпускники, и желаем ценить каждое мгновение и радоваться всему хорошему, что есть в жизни. Встречаем 11 выпускников государственного учреждения образования Бронинская средняя школа Речицкого района. На протяжении всех школьных лет эти ребята успевали хорошо учиться, участвовать в творческой и спортивной жизни школы, в социально значимых акциях проекта. Школа гордится своими выпускниками. На сцену для вручения медалей приглашается председатель Речицкого районного исполнительного комитета Виталий Семенович Панченко. Председатель Речицкого районного исполнительного комитета Виталий Семенович Панченко. Уважаемые друзья, дорогие выпускники, сегодня Республика Беларусь отмечает большой праздник – Более 55 тысяч выпускников школ уходят в взрослую жизнь. 569 – это представители нашего города и района. Из них 25 человек сегодня получили все золотые медали. Отрадно то, что из одного учебного заведения их 17. Особые слова благодарности сегодня директору и всему коллективу за тот труд, за тот результат, который мы имеем. Уважаемые выпускники, школьные годы – это лучшие годы жизни каждого человека. Они проходят очень быстро, незаметно, но вы их вспоминать будете всю свою жизнь. Дорогие друзья, дорогие выпускники, я хочу от районного исполнительного комитета, от всех работников, жителей города и района поздравить вас с вашим праздником. Пожелать вам ясного, светлого солнца, удачи, везения, терпения, всего хорошего в этой жизни, чтобы исполнились те мечты ваши, которые вы сегодня для себя имеете. Чтобы ваши родители, вложив в вас, как и учителя, огромный труд, от этого получили достойный результат. Всего вам хорошего! Светлый путь, выпускники 2019 года! Спасибо, Виталий Семенович! Примите цветы от выпускников 2019 года! На сцену для напутственного слова выпускникам приглашается благочинный Речицкого округа, настоятель Свято-Успенского собора, протоиерей Алексей Васильевич Пешков. Досточтимые дамы и господа, у нас сложилась добрая традиция в день выпускного акта собираться вот на этом святом месте, где некогда привозили мощи преподобной Евфросинии Полоцкой, и вот кортеж останавливался на этом месте. Приглашать священнослужителя, ведь на протяжении вот всех этих дней, начиная с 1 класса и по сегодняшний день, церковь всегда молилась, церковь всегда была с вами. Она молилась, когда было вам трудно, радовалась, когда у вас получалось, а в основном все у вас получалось. И вот сегодня, дорогие, я стою на этом месте для того, чтобы засвидетельствовать свою любовь, свое почтение к вам, дорогие выпускники. Я хочу поклониться всем педагогам, родителям за ваше терпение, умение, мудрость, которые вы несли вот на протяжении этих лет. Прошу вас, дорогие выпускники, с благодарностью вспоминайте школу, педагогов, своих родителей, которые привели вас к этому радостному событию. Призываю на вас Божье благословение. У вас, дорогие, все получится, потому что у нас вы сами лучшие. Божье благословение и милость всегда пусть пребывает с вами. Бог вам всем помощь. Спасибо всем, Господь. Спасибо, Алексей Васильевич. Примите цветы от выпускников 2019 года. Уважаемые гости, слово предоставляется выпускнице 2019 года, золотой медалистке Мельник Ольге. Дорогие друзья, сегодня мы с вами выпускники, уже не дети, но и не взрослые. Завтра мы сделаем шаг в самостоятельную жизнь, но это будет завтра. А сегодня хотелось бы выразить слова благодарности в первую очередь нашим учителям за то, что на протяжении всех этих долгих лет они всегда были рядом с нами. За помощь в трудные минуты, за хорошие советы, которыми они делились с нами. И, конечно же, за знания. Дорогие учителя, поверьте, что все ваши усилия, ваши старания не будут напрасными. Ведь многие из нас уже через несколько лет вернутся в родной город дипломированными специалистами. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит для процветания нашей страны, нашего родного города. Для Беларуси наш город – частица, а для нас он – родительский дом. И мы рады, что можем гордиться малой родиной, где все мы живем. А еще хотелось бы поблагодарить наших родителей и признаться в нашей искренней любви к ним. Первые шаги, наши победы, иногда шалости и неудачи, а еще поддержка и безграничная вера в нас. Это все вы, дорогие мамы и папы. От лица всех сегодняшних выпускников говорю: спасибо, школа! Спасибо, дорогие учителя! Спасибо, любимые родители! И низкий вам поклон! Уважаемые медалисты, мы еще раз поздравляем вас с этим важным событием. Пусть эти медали станут первыми в длинной череде последующих заслуженных наград. Благодарим вас и провожаем бурными аплодисментами. Бурными, бурными, бурными аплодисментами, друзья. Вот. Встречайте на сцене выпускники Речицкого районного лицея. Чтобы были путеводными они, чтоб над милой и свободой От имени родителей слово предоставляется Гацко Александру Владимировичу. Дорогие выпускники, любимые наши дети, сегодня заканчивается еще один этап вашей жизни. Вы становитесь взрослыми. Все это время мы были рядом с вами. Мы шли рядом с вами, пытаясь оградить вас от неправильных принятых решений и всегда вам советовать. Мы учились вместе с вами, влюблялись, разочаровывались и снова влюблялись. Сегодня ваш праздник, школьный выпускной. И как бы ни сложились судьбы каждого из вас, какой бы жизненный путь вы ни выбрали, школьная дружба, дружба между одноклассниками останется с вами навсегда. А мы, ваши мамы и папы, будем уважать сделанный вами выбор. Помните, вы наша надежда и наше продолжение, а мы ваши ангелы-хранители. Мы ваши крылья, которые не дадут, укроют вас от горя и бед. Уважаемые педагоги, от лица родителей выпускников выражаю вам искреннюю благодарность за ваш тяжелый труд. Все те знания, которые вы передали нашим детям, стали базой их взрослой жизни. Низкий вам поклон. Выпускники, в добрый путь. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Встречаем на сцене родителей выпускников 2019 года. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь быть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне пора жить. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в себе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что скажи свое мнение, тебе ж не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь быть. Я не хочу тебя учить, но знай любой момент, с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, Учителя, одноклассники, родители, все вы 11 лет были одним целым, имя которому «Школа». С благодарностью ко всем педагогам на сцене Анастасия Артеменко, лауреат республиканских и международных конкурсов Арина Пырх, образцовая студия эстрадной песни «Фиеста» и танцевальный коллектив «Конфетти» Центра творчества детей и молодежи.